Чей дружба с нами всегда богатство и счастье – это наша судьба. И мы величайшие во все времена. И 100 тысяч долларов уже за 120 дней – это наша судьба. Величайшие мегалидеры. Егор, Раиса, ну правда все сказали. Егор вообще красавчик, зажег так зажег. Родные сердца, родная семья. Поздравляю всех с ростом. Что я хочу сказать? Знаете, единственное, я хочу сказать, что я помню, когда я пришла на ассоциацию, и я попала на встречу с Владимиром Доганем в первый же месяц. Мне посчастливилось. Он тогда не проводил школу, ничего. Мы просто быстро сделали третий, четвертый ранг. И у нас такой подарок был. Вы знаете, это была встреча, которая изменила всю мою жизнь. Это была встреча, которая дала мне сверхцель двигаться вперед. И вот я вам хочу сказать, сейчас эта встреча, особенно для новичков, кто попадет на эту встречу, ваша жизнь изменится. Вы поймете сверхцель суперджамп и будете двигаться до конца без остановок. Поэтому сегодня последний день, когда тебе нужно зажечь сердце и попасть на эту школу. Если ты новичок, тоже зажги сердце. Для, знаете, 20, ну сколько там у нас часов, еще много, да, ну сегодня 8 там, ну минус 24, ну есть время до 12 часов зажечь одно сердце. Если будет желание и стремление попасть на эту школу, после которой изменится ваша жизнь на 1000%, я вам гарантирую, потому что моя жизнь, я в январе пришла, и в январе я попала просто на встречу, это даже не школа была, это была встреча для нашей команды, но она так зажгла мое сердце, она так перевернула мое сознание, она так мне показала вообще сверхцель компании Superjump, куда мы должны двигаться, что мы должны делать, почему мы станем историческими, легендарными героями всего мира, родные сердца. И вот эта сверхцель, знаете, мы живем ради того, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы спасти человечество от невежества и от самоуничтожения. Поэтому давайте действовать без остановки. Еще есть время зажигать, зажигать, зажигать. Как говорится, наступать, 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 но мне больше нравится зажигать сердца и идти вперед. И я верю, у каждого все получится. И все соберутся на эту грандиозную встречу с Владимиром Викторовичем Довганем. Удачи и дружба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Передаю величайший Петр, вам микрофон. Время очень...